радостью объявляем 7-й открытый конкурс фестиваль патриотической песни «Голос сердца» открытым! Зрительный зал заполнен до отказа. Ни одно кресло не осталось пустым. На сцене лучшие артисты, которые прошли трудные отборочные испытания. Репертуар исполнителей патриотический. На то есть особенный повод. Концерт приурочен ко Дню народного единства. Мадина Арзыкулова специально приехала на конкурс из Хабаровского края. В фестивале она принимала участие впервые. Для девушки стало неожиданностью, что в зале было так много зрителей. С одной стороны, это как ты получаешь какие-то положительные эмоции, потому что тебя поддерживает все-таки этот зал. Но с другой стороны, ты смотришь и волнуешься смотришь на лица этих людей и очень сильно волнуешься. В этом году на фестивале выступило около 100 конкурсантов. На сцене себя представили не только певцы, но и танцоры. Ребята из Уссурийского краевого колледжа культуры выступление подготовили специально к этому дню. Участники приехали в Уссурийск из ближайших сел, а также из Хабаровска и Владивостока. Каждый в свое выступление вложил душу, и это откликнулось в сердцах зрителей. Очень приятно, что здесь столько молодых, талантливых детей. Очень приятно, что занимаются именно таким творчеством, развитием песенного творчества, именно в патриотического воспитания. Фестиваль «Голос сердца» в Уссурийске прошел уже в 7-й раз. Конкурс стал традиционным. Принять участие в нем могут самодеятельные творческие коллективы любых предприятий, организаций и учреждений. Возраст участников от 10 лет и старше. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс.